Это программа «День города». Здравствуйте, в студии Дина Ислеева. В начале главной темы выпуска. Погибли два мотоциклиста, под колеса маршрутки попал ребенок. Подробности страшных аварий, случившихся в выходные. Для профессионалов и поклонников здорового образа жизни в Рязани открылся первый центр уличного спорта под мостом. Отдыхать приедут родители вместе с детьми. В санатории имени Ленина планируют открыть новую смену. Более 20 аварий произошло на дорогах региона за прошедшие выходные. Более 25 человек получили травмы разной степени тяжести. В Рязани погибли два мотоциклиста. Под колеса маршрутки попал ребенок. Мария Рудая продолжит. Неутешительная статистика, предоставленная ГИБДД, говорит о том, что большая часть ДТП происходит из-за нарушений правил дорожного движения. За прошедшие выходные сотрудники госавтоинспекции выявили около 7500 таких нарушений на дорогах региона. Почти 30 водителей сели за руль нетрезвыми. А вечером, в минувшую субботу, в Рязани произошло ДТП, в котором погиб ребенок. 18 августа примерно в 19 часов 55 минут в Рязани на улице Зубковой 54-летний рязанец, управляя микроавтобусом «Пежо», по предварительной информации, совершил наезд на переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу 12-летнюю девочку. В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Обстоятельства происшествия уточняются. Еще одна печальная тенденция этого лета заключается в том, что ни одни выходные не обходятся без аварий с участием мотоциклистов. Владельцы двухколесного транспорта, колеся по улицам города, чаще всего нарушают скоростной режим, который не должен превышать 60 км в час. Из любви к скорости погибли сразу два мотоциклиста. 18 августа примерно в 19 часов 10 минут в Рязани на Ряжском шоссе 25-летний рязанец, управляя мотоциклом «Хонда», по предварительным данным, двигаясь по Ряжскому шоссе со стороны поселка Строитель, не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с рулевым управлением и допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист погиб на месте происшествия. Второе ДТП произошло прямо в центре города. За рулем мотоцикла находился директор Мурманской средней школы, 28-летний Григорий Герасимов. Так сообщают интернет-издания. Видео с места происшествия облетело соцсети. 19 августа в 11:30 на пересечении улиц Горького и Краснорядской мотоцикл столкнулся с машиной ВАЗ-2107. Мотоциклист погиб на месте. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, что любое транспортное средство является средством повышенной опасности. Особенно это актуально для водителей мотоциклов. Дело в том, что если не брать в расчет защиту, которую используют мотоциклисты, то есть это защита тела, защита головы, каркасом транспортного средства в данной ситуации мотоциклист не защищен. То есть если в автомобиле, когда водитель едет, каркас транспортного средства защищает его от каких-то мелких аварий, то в случае, когда мотоциклист сидит за рулем своего транспортного средства, он ничем не защищен в этой ситуации. Поэтому даже любое дорожно-транспортное происшествие может причинить достаточно серьезный вред самому водителю. Старая добрая истина гласит: тише едешь, дальше будешь. Уже не одно десятилетие подтверждает свою актуальность. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Еще одно происшествие. Упал частный вертолет. В результате жесткой посадки пилот получил травмы. Крушение произошло 17 августа в Спасском районе. Пилота воздушного судна доставили в больницу. У него диагностированы множественные переломы, в том числе перелом позвоночника. По данным Следственного комитета, в числе приоритетных версий происшествия – неисправное состояние воздушного судна. В Рязани открылся центр уличного спорта под мостом. В первый день на его площадках собрались участники спортивного фестиваля «Железка» и Кубка России по баскетболу 3x3 среди мужских и женских команд сезона 2018 года. Торжественное открытие фестиваля состоялось на одной из баскетбольных площадок. Подробности далее. Самая накаленная атмосфера на площадке, где встречаются команды-участники Кубка России по баскетболу 3x3. В Рязань приехали 24 мужских и 12 женских команд. Победительницами стали среди женщин столичные матрешки. Они выиграли женский Кубок России. У мужчин лучшими стали Warface. Две лучшие команды мужской категории получили право представлять нашу страну в престижных турнирах мирового тура 3x3. Для меня прямо отрадно видеть, что столько много баскетбола, столько много баскетбольных колец. И здесь под мостом, и сейчас на аллее мы прошли. Поэтому спасибо, что играете в баскетбол, спасибо, что любите мою любимую игру.
Центр уличного спорта – это совместный проект администрации Рязани и правительства области. Это спортивный комплекс, где можно заниматься различными видами спорта круглый год. Почетные гости – губернатор Рязанской области Николай Любимов, президент Российской Федерации баскетбола Сергей Кириленко и глава города Сергей Карабасов осмотрели площадки, на которых будут заниматься спортсмены и поклонники здорового образа жизни. То, что построить нужно здесь, такой центр открытого спорта, как раз проголосовано было жителями города Рязани в рамках комфортной городской среды. И мы на эту программу направляем в этом году около 300 миллионов для города Рязани и для всех наших районов. Поздравляю вас с замечательным праздником спорта. Учреждение будет работать для всех вас ежедневно с 7 утра до 11 вечера. Приходите и занимайтесь спортом. Прямо в день открытия в центре уличного спорта прошел легкоатлетический кросс, соревнования по детскому мини-футболу, настольному теннису, городошному спорту, дартсу, фигурному вождению велосипеда, воркауту, боксу, кикбоксингу, дзюдо. Свою новую площадку получил фестиваль «Железка», собравший десятки команд из разных районов области. Очень красивое, уютное даже место, я бы сказала. Замечательное покрытие, тротуары очень хорошие, удобные. Очень еще впечатлена, что построили, осуществили вот этот проект в Рязанской области. Хорошая погода, солнце, много народу, мне нравится. Центр уличного спорта под мостом будет работать для рязанцев круглый год. Зимой здесь планируется открыть площадку для любителей хоккея. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На Солочинском мосту изменилась схема движения. Ремонт части одной из полос завершился, и по ней пустили движение. Напомню, для ремонта мост перекрыли 13 июня. При подъездах к нему регулярно образуются пробки. 20 августа водители вновь вспомнили, каково это ехать по другой стороне Солочинского моста. Открытие нового маршрута произошло согласно прогнозам Андрея Савичева, министра транспорта и автомобильных дорог Рязанской области. Мы открываем вот половину вот этой части, половину, перенастраиваем там движение, перестраиваем. То есть вот эту половину открываем для того, чтобы на той стороне начать замену деформационных швов. Те, которые на этой стороне уже поменены, мы их начинаем менять там. 10 августа в Рязань поступили деформационные швы. И сейчас начались работы на другой половине моста. Сделано это для ускорения ремонта. Одновременно будут устанавливаться деформационные швы на одной стороне и наноситься полимерное покрытие на другой. В России новейшее покрытие применялось неоднократно, однако для Рязани оно в новинку. Суть в том, что класть асфальт на бетон нельзя. Это увеличит нагрузку, и в процессе фрезерования можно будет повредить несущие конструкции. Поэтому и было принято решение применить новый полимер. Один из главных вопросов – это успеют ли рабочие в срок. У нас есть график, мы его стараемся выдерживать. Скажу честно, есть небольшое отставание сейчас, но я думаю, что мы его наверстаем, потому что, ну, вот первую половину, когда начали ремонтировать, да, тут были определенные нюансы. По словам Андрея Савичева, никаких трудностей со второй половиной моста не предвидится. Рабочие будут трудиться в три смены. Задача – нанести 12 тысяч кубических километров нового полимера. К тому же, замена деформационных швов и ямочный ремонт. Новый формат отдыха в Рязанском санатории памяти Ленина откроется смена для детей и их родителей. Это нововведение появилось по просьбе пациентов и пока только пройдет первую апробацию. От малышей до старшеклассников в санатории имени Ленина отдыхать и лечиться приезжают дети в возрасте от 3 до 14 лет. Процедура начинается с самого утра. Кислородный коктейль, ингаляция, лечебная физкультура, солевая терапия помогают укрепить здоровье. Питание в санатории диетическое в зависимости от показаний, которые есть у маленьких пациентов. У нас достаточное количество свежих овощей, свежих фруктов, затем мясные, рыбные блюда в зависимости от показаний от диеты. Подчас дети прям очень бывают благодарны, выходят. Ходишь в зал, они так все дружно кричат спасибо парам, конечно, очень это приятно. Санаторий находится на территории Мещерского национального парка на стыке климатических зон, заливных лугов и реликтового соснового бора. Как уверяют врачи, один только воздух оказывает мощный укрепляющий и оздоравливающий эффект. Пока мальчики играют в футбол, девочки болеют за свои команды. Друзей очень много, атмосфера здесь очень хорошая, очень вкусно кормят, и здесь вообще все очень, ну, как бы, замечательно. На соседней площадке творческая мастерская. Один из отрядов рисует. У нас очень интересные рисунки. Мы рисуем горы, там, где мы бегаем, прыгаем. Ну, в общем, всю нашу жизнь. Санаторий работает круглый год. Для того, чтобы дети и лечились, и учились, есть школа на 150 мест. В ней ведут занятия для учеников с 1 по 8 класс. Каждый ученик имеет свою индивидуальную программу и траекторию обучения.
Во время учебного дня, согласно здоровьесберегающим технологиям, педагогами школы проводятся динамические паузы, флешмобы, что очень нравится детям. В этом году в санатории имени Ленина откроется новая смена. Приезжать сюда отдыхать и лечиться смогут дети с родителями. В сентябре начинает работу отделение «Мать и дитя». В этом отделении ребенок будет получать санаторно-курортное лечение в сопровождении взрослого, то есть родителей или законного представителя. В этих условиях ребенок будет ощущать себя более комфортно, более защищенным. Пока это только эксперимент. Если он окажется удачным, один из корпусов, рассчитанный на 20 мест, отдадут таким пациентам. Дина Ислеева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Покорили Монблан. Рязанцы Алексей Лихобабин и Андрей Пуляев поднялись на высочайшую вершину Альп вместе с незрячим альпинистом из Ростова Александром Матросовым. Поход занял 3 дня. Подробности мы узнали, связавшись с альпинистами по скайпу. Помогли осуществить мечту. Алексей Лихобабин и Андрей Пуляев с незрячим альпинистом Александром Матросовым познакомились в 2015-м. Во время одного из восхождений он попал под камнепад. Ему разбило очки, стекла попали в глаза. Сейчас практически ничего не видит. Однако любимый увлечение не бросил. Чтобы попасть на Монблан, долго тренировался. Первая остановка в пути – лагерь Тетрус на высоте 3100 метров. Там альпинисты переночевали, чтобы утром продолжить путь. Когда солнце садится в облака, когда облака ниже нас находятся, и солнце садится, я в своем первом походе такое увидел и влюбился на всю жизнь в эту картинку. Каждый раз просто с упоением наблюдаю этот закат солнца в облака. Днем там, когда солнце очень жарко, а ночью, когда солнце заходит, там минус. Сколько минус, я не с градусником там не ходил, у меня замерзло все, там на палатке и не покрылся. Следующая остановка – хижина Гуте на высоте 3800 метров. Путь до нее сложнее, нужно пройти Гранд-Кулуар. Это место знаменито своими камнепадами. Его периодически перекрывают, чтобы никто из спортсменов не пострадал. Финальный рывок – восхождение на вершину до 4800 метров. Занимает обычно от 5 до 8 часов. По пути можно встретить представителей местной фауны. Местных животных, козликов горных, и они, в отличие от наших, не пуганные. Они 5-3 метра подходят к людям и даже не боятся, не убегают. Нас это удивило очень сильно. Мы их пофотографировали, пошли дальше. Монблан – высочайшая вершина. Ее еще называют крышей Европы и родиной альпинизма. Мечтают побывать здесь все любители этого вида спорта. На память о восхождении на вершине рязанцы развернули флаг города. Дина Ислеева, телекомпания «Город». Улучшить сигнал сотовой связи и не получить штраф. Не секрет, что вдали от города сигнал становится слабее, усилить его можно различными способами. Правда, некоторые из них вне закона. Валерий Седов продолжит. Позвонить по телефону и не получить штраф. Задача, как оказалось, не из простых. Из села Санское, что находится в Шиловском районе, стали поступать жалобы от сотовых операторов на то, что портится сигнал. Проведя радиоконтрольные мероприятия, выяснилось, что в селе Санское Шиловского района жители используют не разрешенные для использования радиоэлектронные средства, так называемые репитеры сотовой связи, усиливающие сигнал базовой станции. Репитер – это небольшая коробочка, прибор размером с маленькую книгу. Основная его задача – усиливать сигнал связи. К коробочке подсоединяется 2 провода. Один от телефона, другой ведет к антенне. Репитер ретранслирует сигнал связи и создает помехи работе базовой станции сотового оператора. Получается, что человек улучшает работу своего аппарата, но мешает остальным. Что немаловажно, использование репитеров запрещено законодательством Российской Федерации. Однако такие аппараты можно купить на различных интернет-сайтах и даже в магазинах города. По словам Александра Кузнецова, продавцы умышленно молчат о возможных штрафах. От предупреждения до 10 тысяч рублей, в зависимости от того, использует его физическое лицо, должностное лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо. Ситуация может ухудшиться, если оператор сотовой связи подаст в суд с требованием возместить весь ущерб, причиненный работой репитера. В таком случае сумма значительно увеличивается. Александр рассказал, что обычно случаи установки такой аппаратуры единичные, но в селе Санское зарегистрировано уже 6. Приборы изымают, а владельцам выписывают штрафы, притом некоторым уже повторно. Например, здесь мужчина установил аппарат в своем магазине, а антенну вывел на улицу, на столб. Притом вешают их именно на возвышенности, крыши домов или фонари. Это тоже связано с определенным риском. Получается, человек и жизнью рискует, и закон нарушает. Вот только есть разрешенная альтернатива репитерам. Это 3G-модемы. Приобрести такие можно во многих магазинах связи. Они сигнал усиливают и улучшают интернет. И что немаловажно, в отличие от репитеров, они не заглушают сигналы сотовых операторов. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».
Шанс на жизнь тем, кто попал под колеса машины или был избит жестокими прохожими, дают волонтеры. День бездомных животных отмечается во всем мире. В Рязани начать заново жизнь собакам и кошкам помогают неравнодушные люди. Есть даже специальный приют. Там побывала Анна Малистова. Сейчас в приюте Зверополис 6 животных-инвалидов, 4 собаки и 2 кошки. У каждого из них своя история. К примеру, пес Викинг пострадал от рук человека. 3 месяца его видели на Кремлевском валу, зимой он ползал на 2 лапах, никто не реагировал, все подкармливали, ползает он и ползает. Он проваливался там, не знаю, что это, речка, в общем, проваливался в эту речку, зимой его доставали, я не знаю, как он не утонул. Потом, когда свозили на обследование, нам сказали, что у него 2 пули в позвоночнике, и случай неоперабельный, потому что в итоге животное может остаться вообще инвалидом. Сейчас Викинг передвигается на передних лапах или на специальной коляске. Щенку-базилику всего 1,5 месяца назад ампутировали 2 лапы, но при этом он активный и жизнерадостный пес. История для многих животных-инвалидов банальная. Он попал под машину. Его нашли на улице с многочисленными открытыми переломами. На сегодняшний день базилик живет на передержке в квартире у волонтера Вероники. По ее словам, реабилитация проходит как нельзя лучше. Мы учились ходить по квартире, учились понимать, как переставлять лапы вообще, это делать, принцип этого действия. Но потихоньку начали ходить. Сначала мы освоили квартиру, потом мы начали выходить уже на улицу сами. Он добрый, он умный, команды учатся легко, все, что возможно с ним выучить команды, там нельзя сидеть, ждать, это мы все очень хорошо знаем и понимаем. К сожалению, не каждый готов приютить животное с проблемами здоровья, поскольку такие питомцы требуют особого ухода. У многих сложилось мнение, что такой любимец не способен вести активный образ жизни. По словам волонтеров, это вовсе не так. Животные-инвалиды также подвижны и жизнерадостны, как и их здоровые собратья. С помощью любящих и заботливых хозяев такие питомцы легко адаптируются, в то время как на улице шансов на выживание у них практически нет. Хозяева должны понимать, что животное – огромная ответственность. Поэтому прежде чем заводить себе четвероногого друга, стоит подумать, справитесь ли вы с трудностями и не окажете ли по вашей вине питомец на улице, где он запросто может попасть под колеса автомобиля. Животное может остаться инвалидом также из-за невнимательности хозяев, например, выпав из окна. Если у каждого, кто берет себе любимца, будет чувство ответственности, то таких грустных историй, как у Викинга и Базилика, станет гораздо меньше. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». По центральным улицам Рязани проплыли корабли. В минувшие выходные большим театрализованным шествием закрылся форум древних городов. По предварительным данным, в день закрытия форума собралось свыше 3500 человек. Это и представители делегаций городов-участников, и руководители разного рода министерств, а также жители региона. Собравшихся поприветствовал Сергей Фролов, председатель Рязанской городской думы. К сожалению, первый форум древних городов подходит к концу. И одним из кульминационных моментов – это торжественное шествие. Торжественное шествие вместе с ладьями, которые поплывут по символической реке Дружбы. Сергей Фролов также отметил, что форум древних городов получил статус долгосрочного проекта. Это стало своего рода каналом взаимодействия между городами-участниками. На финальном шествии делегации форума каждый регион был представлен в виде символической ладьи. Рязань, Керчь, Углич, Мосальск и несколько десятков лодок проплыли по центральной улице города. Шествие сопровождалось национальной музыкой каждой страны. Сотни рязанцев вышли встретить делегацию. Финальной точкой маршрута стал Рязанский Кремль, где прошел заключительный концерт с участием творческих коллективов из Ярославля, Спарты, Бухары и других городов. Форум древних городов стал первым в своем роде. Правительство Рязанской области надеется, что такое крупное мероприятие повторится вновь. Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в группах в социальных сетях. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хорошей рабочей недели. Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает. Потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас, заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из 4 прудов. Собственный пляж, дубовая аллея, все необходимые коммуникации, чистый воздух и тишина –
Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru.